Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас не плановое видео. Я просто хотела вам показать. Мы ездили на такой наш фармер-маркет, то есть базар, на который привозят свои продукты, изделия, люди с окрестных ферм. И вот я начала снимать, честно говоря, хотела снимать в формате шортс, поэтому такой странный формат, а потом, в общем, получилось много, решила сделать целое видео. Я не буду все озвучивать, я просто оставлю такой оригинальный звук. Мы были там с друзьями, потом мы поехали в соседний городок, там тоже погуляли, там, в общем, много было всяких мероприятий, связанных с осенними праздниками. И, в общем, просто смотрите такие короткие зарисовки нашей осенней Канады. Надеюсь, что вам понравится. Кофе. Я знаю, я с удовольствием. Да, только напиши это. And for the cabbage, you use your peeler, the blade that you use to peel your potato, peel whatever, you use it to shred. So you literally just rub it on like that. So it has different... Yeah, two pieces. What is it? Yes, it's not bad. Мне, кстати, от него голова. Taking the pictures because it's so nice.
Смотри, какие. Новая модель. Это для ведьмы. Нет, для ведьмы. Не, для ведьмы круглая, сопла. Видишь? Это вот так. Вот такая для ведьмы. Вот это для ведьмы. Здесь полно этих магазинов таких, которые... Они, кстати... Sure, Mecca, we need to go.